Это все согласовано, то есть мы нас по телевизору неоднократно показывали, то есть постоянно занятия проходили на территории аграрного университета. То есть сейчас то, что ректор говорит, что она об этом не знала, это, я считаю, это неправда. На совещаниях об этом вели речь по поводу спортзала, что нам нельзя там заниматься, по поводу всего прочего. То есть ректор была в курсе наших занятий. И просто я не понимаю причины, по которой так можно бесчеловечно было отнестись к детям, которые приехали. То есть родители теплятся какой-то надеждой, что у них ребенок восстановится за счет наших, за счет наших занятий. Допустим, там мужа нету, да, она последние деньги, там женщина потратила на такси, чтобы приехать, да, там издалека, там, из поселка. Она, в общем, сюда приехала и, получается, обратно такси заказала, поехала обратно. То есть я считаю, так не делается. Охрана нам говорила неприятные вещи, которые меня вообще в корне возмутили и все прочее, что дети должны ходить в туалет вокруг здания, обходить здание, и только в таком случае они смогут посетить туалет. Я говорю, почему? То есть, как, давайте по старой схеме, то есть вы откроете двери, и мы через корпус будем проходить. То есть все в порядке, то есть как обычно, они говорят, нет, у нас здесь день открытых дверей, вы пришли сюда со своим этим волком, без намордника. Я всегда на занятия беру с собой намордник. У нас занятия проводят с намордником, чтобы не было лишних разговоров, хотя у нас животное никакой агрессии никогда никому не проявляет, ни к другим людям, ни с собакам, там, никому абсолютно. Мы одеваем намордник, чтобы не было разговоров потом в интернете, переписок всех. Намордник у нас был. Мы его с радостью бы одели, чтобы пройти на занятия, но такой возможности нам не дали. То есть это очередная отговорка двойки Елены Григорьевны.